Военнослужащие Южного военного округа исполнили желание двух ребят из Ростовской области в рамках акции «Елка желаний». Как рассказали в пресс-службе ЮВО, сын спецназовца Евгения Шиповалова, пятилетний Максим, попросил у сказочного персонажа Деда Мороза современный гаджет – смарт-часы. Родители объяснили важность выбранного подарка. Мальчик всерьез занимается спортом. Плюс ко всему помогает маме смотреть за младшими детьми, когда папы нет дома. А сын ефрейтора контрактной службы Евгении Дубины, пятилетний Лев, получил игрушечный вертолет. После прочитанного у главной елки его стихотворения винтокрылая машина на дистанционном управлении волшебно приземлилась в руках Левы. Мама выразила благодарность командованию за искреннюю заботу и внимание. Добавлю, в ходе проведения акции «Елка желаний» в войсках ЮВО уже исполнены желания 44 детей.